Здравствуйте, бичане! Меня зовут Влада, и я познакомлю вас с прогнозом погоды на 25 октября. В Барнауле ночью минус 1, днем плюс 3. В Белокурихе ночью холоднее на 3 градуса, днем плюс 5. В Горной Алтайске ночная температура минус 1, дневная плюс 6. И по традиции о погоде в Бийске. У нас пасмурно, возможно осадки в виде снега. Ночью минус 2, минус 4, днем плюс 3, плюс 5. Дорогие друзья, приглашаем вас на второй фестиваль моды в Бийске 25 октября, 18:00. Ждем всех в X-Club. Будет очень интересно.